Ну что же, будем готовить Маргоше праздничный торт из попугаичьего бисквита. Поехали. Берем птичий бисквит. Кладем его в мисочку. Размачиваем его кипяточком. Чтобы он был мягенький, как кашка, которую Маргоша очень любит. Так. Выкладываем бисквитик на дно нашей красивой формочки. Отлично. Теперь возьмем бананчик. Смешали слой бисквита с бананом. Ну и украсим его кукурузой, морковкой, гранатом и орешками. Ну что же, тортик для попугая готов. Можно подавать к столу.